Сейчас я расскажу, как сделать костер. Для этого нам понадобится топор и бинт или лоскуты, на которые можно порвать любую тряпку. Рубашку, футболку, бандану. Берем топор, срубаем дерево. Забавно, она срубилась. Так, вот мы нашли одно почему-то полено. Ну ладно, обычно больше бывает. Берем это полено в руки. А вон еще одно. Далее нам надо сделать палки из этого полена, для того, чтобы сделать место для костра. Берем топор, с помощью топора разбиваем его на палки. Далее делаем кострище. Кострище мы делаем таким образом. Берем бинт, перетаскиваем на палки и выбираем Craft Fireplace Kit. Сделали. Так, теперь берем дрова. Несем их, кладем в костер. Дальше нам нужны спички. Спички нам просто необходимы. Берем спички в руки и выбираем действие зажечь. Все, костер готов. Далее на костре, кстати, можно что-нибудь погреть, например, или пожарить мясо, просто положив его вот в эти слоты. Также костер можно собрать, например, положить его в инвентарь. То есть вот так вот взять, полено положить. Или положить сам fireplace kit, кострище, то есть. Таскать его с собой, чтобы быстро, как бы, все время под рукой был. Ну, слотов занимает много, поэтому это имеет смысл только в большой группе. Вот так вот.